Религия мира, добра и дружбы. Что такое истинный ислам? Самарской молодежи рассказывает Сайфулла Думалаев. Он приехал из Дагестана. Друзья и соратники нашлись сразу. Удивило гостеприимство и открытость самарцев. Очень отзывчивые, если честно. Вот мне понравилось то, что здесь очень отзывчивые. Вот познакомился и сразу хорошие отношения. И стараются больше встречаться. В России на протяжении многих веков в мире согласия живут люди разных национальностей. Между народами независимо от веры, понимания и единства. Об истинных ценностях ислама, религии, в которой нет места террору, говорили на межконфессиональной конференции в Самаре. Религия ислам – это религия мира, что ислам против террора. Сегодня актуальная тема во всем мире. Со всех конфессий мы пригласили на эту конференцию. Я думаю, что у нас диалог сегодня состоится продуктивный. Есть другие конфессии. Всех мы их уважаем. Мир, согласие должно присутствовать во всем. Начиная с нашей семьи, с наших детей, с наших соседей, с нашим обществом. Гости конференции из Республики Дагестан рассказали об основах, которым учат молодежь. Показывать себя только с лучшей стороны, быть верными традициям предков и достойными гражданами своей страны. В Коране Всевышний говорит, что Всевышний Аллах создал разные народности для того, чтобы они познавали друг друга и для того, чтобы они помогали друг другу в добрых делах. В зале и военнослужащие, и призывники из Дагестана, которые служат в Самарской области. Именно воспитание молодого поколения в правильном ключе, в истинных традициях ислама – одна из важнейших задач времени нынешнего. Такие конференции и встречи будут проводить и дальше в сотрудничестве с республиками России. Марина Кравцова, Максим Гусев, «События».